В преддверии Дня космонавтики на большой перемене в главном корпусе ЮРГУ прошло мероприятие «Поехали» от Политехнического института. Впечатления очень хорошие, ребята очень постарались. Они устроили много конкурсов, викторины, там надо было назвать слова разные на тематику космоса. Мы успели пофотографироваться, я выиграл красивенький календарик, поучаствовал в конкурсе, не хватило единички, было 77. Мне не повезло. Ну а в остальном все было прекрасно. Буду участвовать на следующий год как участник. Все желающие смогли пройти отбор в космонавты. Для этого они приняли участие в конкурсах, где проверяли их вестибулярный аппарат и знания космических терминов. У нас была основная часть. Были отобраны 10 участников, которым предлагалось пройти подготовку в космонавты. И вручились, соответственно, сертификаты по окончанию прохождения так называемого курса. И были дополнительные конкурсы для всех желающих, где можно было подойти и поучаствовать, выиграть что-то. Организаторы мероприятия уложились 30 минут. Этого хватило, чтобы студенты смогли поучаствовать в состязании и ощутить особую атмосферу предстоящего праздника. Понравилось, потому что там стремились задействовать всех, то есть были конкурсы, были лотереи, то есть, я думаю, никто не ушел обиженным или грустным, потому что музыка, вот общение, поддержка, все это способствовало созданию такой приятной дружеской атмосферы. В конце мероприятия хор студентов из Китая исполнил песню «Трава у дома» на русском языке. Субтитры сделал DimaTorzok.